Здравствуйте! В эфире информационная программа «Настоящее время. Азия». В пражской студии я, Динара Аргин. Сегодня в программе. Россия требует от Кыргызстана 37 миллионов долларов компенсации за отказ от строительства Нарынской ГЭС. В Кыргызстане считают, что стоимость предварительных работ была завышена в разы. И если бы этот проект был высокорентабельный, с краткими сроками окупаемости, не вопрос. Уже завтра же пришел бы альтернативный инвестор, сказал, так давайте я вложу в деньги. Воплощенный ад. Российский госканал распространяет снятое с дрона новое видео разбомбленных авиаций сирийских городов. Тем временем на севере Сирии авиаударом уничтожена очередная школа. Я была очень напугана, когда первая бомба взорвалась. Я все время молилась, потому что самолеты всегда атакуют дважды. Ни разу не было, чтобы только один раз. 10 лет тюрьмы и миллионные штрафы. Такое наказание ждет троих граждан Узбекистана, сдавших на металлолом в Москве памятник Евгению Леонову в образе доцента из культового фильма. То есть вы этого артиста не знали, да? Нет, я вообще не знаю. Летающий бонсай. Японию захлестнула новая мода на левитирующие горшочки с цветами. Россия требует от Кыргызстана вернуть 37 миллионов долларов, якобы потраченных ею на начало строительства Верхненарынской ГЭС. Напомним, что российская корпорация «Росгидро», которой было поручено строительство этой ГЭС, прекратила свои работы в конце прошлого года из-за экономических сложностей и отказалась от финансирования. Кыргызские депутаты считают, что 37 миллионов долларов, потраченные на строительство зданий и инфраструктуры будущей ГЭС, это завышенная в разы сумма. Проверить ее туда на днях отправится парламентская комиссия. Тему продолжит Адилет Бектурсунов. Бросить часы. Кыргызстан – главный союзник России. Внешнеполитический курс отчетливо демонстрирует президент Атамбаев. Вхождение в таможенный союз, передача крупных стратегических объектов в обмен на миллиардные инвестиции в энергетику. Мы подписали договор предварительный с Великим Китаем о том, что Китай будет экспортировать электроэнергии из Кыргызстана. Обеспечить энергетическую безопасность должны были два крупных проекта – каскад Верхненарынских ГЭС и Камбарата. В совокупности станции давали бы возможность стране экспортировать электричество, но подписанные в 2012 году соглашения спустя три года разорваны. К сожалению, сегодня наши российские друзья не смогут эти проекты реализовать. Так я думаю. Денонсацию проекта президент объяснил серьезными экономическими проблемами в России. Компания «Росгидро», партнер Кыргызстана в строительстве, испытывает колоссальный кризис. Дело в том, что на протяжении двух лет «Росгидро» выставляет на Московскую фондовую биржу акции, где на протяжении почти двух лет акции все время падают. Котировка акций все время падает. С 2013 года «Росгидро» на строительство инфраструктуры Верхненарынского каскада потратила 37 миллионов долларов. Односторонний разрыв соглашения означало, что правительство должно вернуть потраченные деньги. Однако парламентская комиссия считает, что основная сумма завышена втрое. Речь может идти о многомиллионных распилах. И она самая удивительная. Вот. Закупочная комиссия по открытому запросу предложение на приобретение рекламных продуктов. То есть рекламировать Нарынский каскад. Через телевидение, через сайты, вот через газеты. 47 тысяч долларов. Я не знаю, зачем его рекламировать, кому, зачем и зачем эта услуга вообще нужна была. Так. Дальше. 900 тысяч долларов это оборудование. Дизельные электростанции 900 тысяч долларов за покупку. А чтобы установить, его монтаж сделать 462 тысяч долларов. В 2012 году строительство Верхненарынского каскада ГЭС оценивали в 420 миллионов долларов. Через год компания посчитала, что проект нужно повысить еще на 300 миллионов. Правительство Кыргызстана согласилось с этой сметой. Ведь есть мировая практика, есть вот его среднестатистическая стоимость строительства гидроэлектростанции, она равна 1 мегаватт равен миллион долларов, миллион 200 тысяч долларов. Естественно, вот если взять среднюю цену, то строительство Верхненарынского каскад ГЭС должно оцениться в порядке 260-280 миллионов долларов. В Кыргызстане самые низкие цены на электроэнергию – менее 1 цента за киловатт-час. Повышение тарифов может вызвать очередные социальные волнения. Учитывая эти и другие обстоятельства, привлечь новых инвесторов правительству будет нелегко.
опять-таки, если бы этот проект был высокорентабельный, с краткими сроками окупаемости, не вопрос. Уже завтра же пришел бы альтернативный инвестор, сказал, так, давайте я вложу в деньги. И при условии, естественно, отсутствия политических рисков, как вот я говорю, выступление Узбекистана против. Разрыв соглашений по строительству произошел не в лучший момент для Кыргызстана. В период зимней нагрузки на крупнейший ГЭС в Токтагульском водохранилище произошла авария. Выработку электричества вынуждено было сократить. Изжившая себя национальная энергосистема нуждается в полном обновлении. Для этого требуется сумма больше, чем внешний долг страны. Адилет Бектурсунов, Азат Нтымаков. Настоящее время. Кыргызстан. В Кыргызстане уничтожили 120 автомобильных парламентских номеров и 23 госномера, закрепленных за правительством. Решение об отказе от привилегированных номеров приняли сами депутаты в конце прошлого года. Взамен им выдали обычные порядковые автомобильные номера, которые теперь не будут их отличать от обычных граждан республики на дорогах. Еще 40 номеров администрации президента и правительства будут уничтожены в ближайшее время. Госномер 01KG, закрепленный за президентом Кыргызстана, решено оставить как память, так как это, цитата, символ страны. Отличительные госномера останутся и у юридических лиц, и силовых структур. С апреля выдача и изготовление номеров перейдет в государственную регистрационную службу. Номера для граждан и госслужащих будут схожими, чтобы распрощаться с привилегиями. Борьба со спецномерами для депутатов и чиновников происходит в рамках кампании по борьбе с собственными привилегиями, которую объявил новый состав кыргызского парламента. Ранее сотрудники ДПС, видя номер серии KG на машинах высокопоставленных нарушителей, почти не имели права их останавливать и задерживать. Теперь же, по замыслу депутатов, перед законом будут все равны. Конституционный суд Таджикистана признал проект поправок в Конституцию страны, который предложили депутаты, соответствующим законодательству. Одна из основных поправок касается сокращения возрастного ценза кандидатов на пост президента на 5 лет с 35 до 30 лет. Это значит, что данная поправка дает право Рустаму Эмомали, старшему сыну действующего президента республики Эмомали Рахмона, выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих в 2020 году президентских выборах, когда ему исполнится 33 года. Прежняя редакция основного закона такого права ему не давала. Также без внимания не осталась и супруга Эмомали Рахмона Азизмо. Ей был присвоен титул лидера всех исламских женщин Таджикистана. А неделю назад лидер Таджикистана назначил свою дочь Азаду Рахмон руководителем исполнительного аппарата президента, что, по словам помощника главы республики, является законным, поскольку она будет подчиняться непосредственно премьер-министру, а не президенту или близкому родственнику, что по Конституции республики недопустимо. Добавим, что у президента Таджикистана 7 детей, и практически все они занимают высокие государственные посты. 10 лет за кражу памятника советскому актеру Евгению Леонову. Такое наказание могут получить 3 из 7 граждан Узбекистана. Уголовное дело по факту кражи скульптуры, как стало известно службе новостей Центральной Азии, 1 февраля было передано в суд. Все обвиняемые сейчас находятся под стражей. Если вина будет доказана, им грозит долгое лишение свободы и миллионные штрафы. В ходе допроса граждане Узбекистана заявили, что впервые слышат о легендарном советском актере и никогда не видели фильма «Джентльмены удачи». То есть вы этого артиста не знали даже, да? Не, я вообще не знаю. Памятник украли. Напомним, что памятник Леонову в виде его известного персонажа-доцента был похищен в октябре прошлого года. В тот же день полицейским удалось задержать 5 человек, которые снесли памятник легендарному советскому актеру с Мосфильмовской улицы, чтобы затем сдать его на металлолом за 39 тысяч рублей. Это $635 США. Похитители успели распилить и продать памятник всего за пару часов при его настоящей стоимости в несколько сотен тысяч долларов. У жителя казахстанского села Жанакурган Калау Ашимова, выходившего и воспитавшего детеныша Архара, хотят забрать его питомца. Дальнейшую судьбу животного решили определить правоохранительные органы Кызылординской области. Сам Калау Ашимов заявляет, что против него хотят возбудить уголовное дело, а ручного Архара поместить в зоопарк. Полиция заинтересовалась Архаром после того, как в сети появился трогательный репортаж о дружбе человека и дикого животного. Архар занесен в Красную книгу, но защитники прав животных относятся к его передаче под опеку государства достаточно скептически. А специалисты считают, что содержание Архара в домашних условиях приведет к его гибели. Напомним, год назад Калау Ашимов нашел новорожденного детеныша Архара в горах Каратау. Он вырастил животное и мечтал скрестить своего питомца с мелким рогатым скотом, чтобы получить новую породу. Видеосюжет о домашнем Архаре набрал сотни тысяч просмотров. В своих комментариях многие выражали благодарность
Николаю Ашимову за спасенного Архара, а некоторые даже предлагают его обменять на дорогие автомобили. Но Калау Ашимов отказывается. Из Шымкента человек приезжал. Сказал, машину отдам БМВ за Архара. Деньги предлагал. Меня его машина и деньги не интересуют. Далее в программе. Воплощенный ад. Российский госканал распространяет снятое с дрона новое видео разбомбленных авиацией сирийских городов. Тем временем на севере Сирии авиаударом уничтожена очередная школа. Я была очень напугана, когда первая бомба взорвалась. Я все время молилась, потому что самолеты всегда атакуют дважды. Ни разу не было, чтобы только один раз. Летающий бонсай. Японию захлестнула новая мода на левитирующие горшочки с цветами. Российский генштаб обвинил Турцию в подготовке военного вторжения на территорию Сирии. Как заявил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Коношенков, все больше признаков того, что турецкая армия собирается вторгнуться в северные сирийские провинции, населенные этническими турками. Эксперты уже высказали опасения, что если события будут развиваться по этому сценарию, то столкновение между турецкими войсками и армией Асада, на стороне которой действует и Россия, станет практически неизбежным. Сейчас сирийская правительственная армия проводит при поддержке российской авиации крупномасштабные наступления по окружению города Алеппо. Ожесточенные бои с повстанцами идут всего в нескольких десятках километров от турецкой границы. Это свежее видео агентства Рейтер из районов проведения операции к северу от Алеппо. Наступление сопровождается большими жертвами среди гражданского населения. Улицы некоторых городков и деревень буквально залиты кровью. Сирийское военное руководство оценивает итоги первых дней боев как очень успешные. На этих кадрах сирийские бронетанковые части и пехота штурмуют последние рубежи обороны оппозиционеров. Зачистки территории проводят боевики ливанского проиранского движения «Хизбулла». Как сообщают сирийские государственные СМИ, армии Асада к этому часу действительно удалось перерезать практически все коммуникации, связывающие мятежный город с Турцией, откуда, как утверждается, поступали боеприпасы, горючее и продовольствие. Атаки правительственных сирийских войск направлены в основном на позиции так называемых умеренных сирийских оппозиционеров, что вызывает крайнее раздражение Турции. Районы, подконтрольные исламистам, на данный момент практически не затронуты. Французская авиация также возобновила удары по Сирии с борта авианосца «Шарль де Голь». Интенсивность французских авиаударов возросла, и сейчас в операциях участвуют по несколько десятков самолетов за раз. Французские военные распространяют видеокадры этих полетов. Бомбардировщики «Мираж» взлетают с палубы авианосца. К видео прилагается карта с районом бомбардировки, и на ней все тот же Алеппо. Между тем, российское командование подтвердило гибель очередного военнослужащего в Сирии. Как сообщается, он погиб во время обстрела учебного центра сирийской армии. Но по неофициальной информации, офицер погиб во время наступления на Алеппо. В интернете тем временем появилось новое видео российской государственной телекомпании ВГТРК, журналисты которой сняли при помощи кинодрона кадры разрушенных авианалетами сирийских городов. На этот раз с высоты птичьего полета сверхсовременные камеры снимали Хомс, город, наиболее пострадавший во время гражданской войны и особенно во время последних авиаударов российских военно-космических сил. Между тем, в Женеве межсирийские переговоры окончательно зашли в тупик. И все их участники согласились с тем, что необходимо взять паузу. Пауза продлится почти 3 недели, до 25 февраля. Спецпосланник генсека ООН Стефан де Мистура считает, что это не провал и далеко не конец. Я принял решение взять временную паузу. Временную. Это не конец переговоров. Переговоры не провалились. Почему? Потому что люди приехали, и они остались. Кроме того, все стороны настаивают на том, что они заинтересованы в политическом процессе по этому вопросу.
Параллельно с женевскими переговорами в Лондоне собрались так называемые доноры по Сирии. Это почти 70 мировых лидеров, которые должны договориться между собой о выделении суммы на восстановление послевоенной Сирии. Речь пока идет о 9 миллиардах долларов. Канцлер Германии Ангела Меркель, высоко оценив гуманитарные устремления коллег, заявила, что никакие изменения в Сирии невозможны, пока не будет прекращен огонь. Мы должны на этом дне также deutlich machen. Хочу подчеркнуть, что гуманитарную ситуацию в Сирии может улучшить только режим прекращения огня. Это касается всех сторон конфликта, но в первую очередь ответственность лежит на режиме Асада. Неподалеку от места встречи политиков ЮНИСЕФ, эта организация занимается проблемами детей всего мира, построила макет современного сирийского школьного класса. На самом деле это груда развалин. Активисты ЮНИСЕФ просят у мирового сообщества немедленно выделить 1,4 миллиарда долларов на образование сирийских детей, миллионы из которых сейчас находятся в лагерях беженцев и уже по нескольку лет не посещают никаких учебных заведений. Почти 3 миллиона сирийских детей не ходят в школу, и мы хотим помочь им как можно быстрее туда вернуться и начать учиться. От этого зависит их будущее. Более 5000 сирийских школ непригодны к использованию. Школы есть в соседних странах, но они переполнены. Мы очень близки к тому, чтобы полностью потерять это поколение. Некоторые дети в Сирии не были в школе ни разу за последние 5 лет. Некоторые из них никогда не были в классе, никогда не играли со своими школьными друзьями. Они не знают, как школы должны выглядеть, потому что во многих случаях сирийские школы выглядят именно вот так. А из самой Сирии почти каждый день приходят сообщения об авиаударах по школам. Эта школа на севере Сирии была уничтожена во время недавнего авианалета. В нее попали несколько бомб, и вряд ли в ближайшее время жизнь вернется в эти иссеченные осколками классы. Таких пустых разбомбленных школ вокруг не один десяток. А всего, как утверждают эксперты ЮНИСЕФ, за 5 лет гражданской войны были стерты с лица земли более 5000 школ. Ученикам этой школы повезло. Когда прилетели самолеты, занятия уже закончились. Поэтому чудом никто не погиб. Я успел поучиться в этой школе всего 4 месяца. Потом прилетел самолет и разбомбил ее. В этот день мы уже вернулись домой, сделали уроки и играли, когда завыли сирены. Самолеты сбросили бомбы, и это было похоже на очень громкий звук. Бум! Я после удара побежал на балкон и увидел, что бомбы попали в нашу деревенскую школу. Школьник Рами не может понять, почему, где бы он ни жил в последние годы. Во время бомбежек самолеты всегда стараются атаковать именно школы. Почему они бомбят нашу школу? Чтобы мы не получили образование и не имели будущего? Чтобы мы не могли стать юристами или врачами? Чтобы мы никогда не могли восстановить наши дома и всегда жили в съемных квартирах? Сирийские школьники рассуждают о бомбежках как о чем-то вполне обыденном и даже закономерном. У них есть совсем не детский ежедневный опыт. Я была очень напугана, когда первая бомба взорвалась. Я все время молилась, потому что самолеты всегда атакуют дважды. Ни разу не было, чтобы только один раз. Я не могла заставить себя пошевелиться. Потом я побежала в школу и увидела огромную воронку на школьном дворе. В классе все было разрушено, а в стене была дыра. Школьный учитель Мухаммад рассказывает, как была разрушена бомбами его школа. Забор упал, все двери и окна вылетели. Это случилось посреди людной улицы. Вокруг лежали 6 убитых и человек 30 раненых. Мухаммад не устает благодарить Бога за то, что самолеты прилетели именно в субботу, а не днем раньше. Второй мишенью стала школа. Слава Богу, авианалет начался в 7:30 в субботу, и никого из детей не было в школе в этот день. В школах, что еще работают в сирийских городах и селах, ежедневные тренировки на случай авиаударов – один из главных предметов. Дети с удовольствием и весело выполняют команды учителей. Но многие из них знают о бомбах отнюдь не понаслышке. За свою короткую детскую жизнь они много раз слышали вой сирен. И эти сирены были неучебными. Однажды мы были в классе и услышали взрыв. Окна тряслись, дети кричали, учителя пытались успокоить нас и сказали лечь на пол под парты. Потом они отвели нас в бомбоубежище. Я спросила учителя о своем брате, которого я потеряла из виду, и он сказал мне, что он с другим учителем. 7-летний Халид – один из немногих учеников, кто остался жив после того, как авиабомба попала в его класс. Меня ранило в голову и руку. Когда я очнулся, я был уже в госпитале в Турции. За время войны в Сирии уже погибло более 250 тысяч человек. 6 миллионов были вынуждены покинуть свои дома.
И почти 4 миллиона сирийцев сейчас находятся на территории Европы и Турции, в лагерях для беженцев. Почти треть из них – дети. Этих детей войны уже называют потерянным поколением. Поколением без образования и без будущего. Александр Орлов, «Настоящее время. Азия». На Урале, в небольшом городе Ревда, утопает в нечистотах общежитие почти на 200 человек. Люди уже 10 лет ждут расселения, пишут чиновникам, но за это время к ним приезжали только журналисты. Наша съемочная группа провела один день вместе с жильцами дома, где нет горячей воды и канализации, а вместо подвала – выгребная яма. Екатерина Пономарева продолжит. Стукачься и все. Здесь в них... Это не выгребная яма, а подвал жилого дома. Скользкой дорожкой нас ведет старший по общежитию Александр Ильинский. Вот сюда не вставайте, вот доска. Вы уверены, что мы пойдем дальше? Да, посидите. Вот тут уже по суше у нас, садитесь. Раньше здесь были душевые, где мылось все общежитие и прачечная. Несколько лет назад фундамент лопнул, порвал трубу канализации и подвал затопило нечистотами. Чиновники сказали, у них нет денег откачивать стоки и чинить трубы. С тех пор Александр каждый день обходит подвал, чтобы проверить коммуникации и самому вовремя подлатать. Эту воду мы пьем, вот этой же водой мы и моемся. Вот по таким трубам она идет к нам. Водой из тех труб моют, например, 4-месячного Артемку. С тех пор, как душевые затопило, взрослые ходят кто в баню, кто к знакомым. А для купания детей воду носят ведрами из кухни и кипятят. В одной общей раковине и посуду моют, и детские горшки. И вода, простите меня, дерьмо. Здесь же набирают воду, чтобы сходить в туалет. Мы ходим с ведерками, носим их с собой и сливаем. В таких условиях живут 174 человека, и треть из них – дети. 80% общежития – собственность городская. Жилье здесь социальное. Но за 70 лет здание ни разу не ремонтировали. И сейчас отказываются расселять. Объяснить в личной беседе с нами, почему на проблему людей не закрывают глаза, чиновники отказались. Данный дом не является один из самых плохих. Да, у них там есть проблемы по коммунальным услугам и коммунальные проблемы, но они вполне разрешимы. Они так говорят, верит Александр, потому что не опускались сюда, к нему на самое дно, и не представляют масштаба коммунального бедствия. Писать чиновникам Александр уже устал, бестолку, начал писать журналистам. Мечтает, чтобы его общежитие показали по областному телевидению, а еще лучше по Первому каналу. Так, говорит, президент увидит и распорядится построить им новый дом. Нам никто из чиновников не помогает. Сейчас, наверное, самый главный суд – это средства массовой информации. Надо вообще выходить на передачу, пусть говорят. И пускай наши все высказываются. Но пока в зале с нечистотами подвал спускалась только наша съемочная группа. Екатерина Пономарева, Илья Новиков. Для «Настоящего времени». Японская фирма собрала полмиллиона долларов на продвижение своего изобретения – левитирующих горшочков с одним из символов страны – деревом бонсай. Подробности в репортаже «Рейтер». Воздушный бонсай – изобретение японской фирмы «Хосинчу». Тысячелетнее искусство выращивания миниатюрных деревьев плюс современные технологии. Инженеры заставили растение парить в воздухе. В базовый модуль он питается от сетевого адаптера, встроен электромагнит. Второй магнит встроен в модуль, левитирующий на высоте примерно 6 сантиметров. Устройство выдерживает вес до 250 граммов, например, небольшое деревце. У обоих магнитов одинаковая полярность. Сила отталкивания сбалансирована таким образом, что горшок с деревом парит на невидимой электромагнитной подушке. С января на платформе для сбора средств стартап собрал около полумиллиона долларов. Умелые садоводы, готовые вырастить дерево собственными силами, жертвуют проекту $200 и приобретают набор из двух модулей. Желающие получить готовое дерево платят около 500. Первые поставки запланированы на апрель. Это были все новости, о которых мы хотели вам рассказать. Читайте нас в социальных сетях и смотрите на сайте currenttime.tv. Мы встретимся с вами завтра в это же время. Всего доброго.